Наш поход в Первомайск. Там мы на границе стоим. Лебеди. Два. Ага. Болото такое. Вот здесь щука гуляет. Угу. Первомайск. Вышли мы из-за границы. Магазин Шериф. Там выше, дальше гора. Мы идем пешком в Первомайск. Так, это мы прошли перекресток, поворот налево в Днестровск. Мы идем прямо наверх, по правую сторону. Хай-тек. Супермаркет электроники хай-тек. Так, идем, Коля, дальше. Привет, Коль. Мы идем куда? Наверх? Бабули. До бабули. Вот поворот налево, это в Днестровск. Мы идем прямо. Засекаем время. Давай, Коля, 5 минут и мы наверху. Вот такой памятник. Так, и вот такой вот. Ну, здесь, конечно, я хотела солнце застать. Но не получилось. Вот фонари. Видно, как фонари включают? Видно. Вон тут дорога, машины едут. Дорога на Тирасполь. Там мы выбрались на такую маленькую горку. Здесь вот железная дорога в Первомайске. Вот эта дорога, которая была по правую сторону. Вот там написано Первомайск. Вот с этой стороны видно вдалеке наша Лиманская. Это Коля наш, фотограф. Коля, а что фотографируешь? Так, чуть постояли, отдохнули. Пошли дальше. Дальше нам... Давай, 2 минуты и опять покажем. Сверху мы наверх выберемся. Покажем низ. Так вот. Ну, там таможня уже красиво вот смотрится. С этой стороны. Вот мы пару метров поднялись. Фу, тяжеловато. Идем дальше. Первомайск такой виднеется. Фу. Опять покажу Лиманскую. Таможня. Таможня Кучерган видна отсюда. Сверху на горе Первомайск. Идем дальше. Идем мы в ту сторону. Итак, выбрались мы с Колей наверх. Вот такая вот Первомайская Эйфелевая башня. Коля там делает фотосъемки. Такая красота сверху. О, красиво как. Ну, туда прямо, если ехать, это ехать попадете в Одессу. А мы возвращаемся в Первомайск. Идем дальше. Сюрприз для нашей мамы, бабули и тети Ани. Они не знают, что мы идем, а мы идем. Всем привет, мы продолжаем идти. Как тебе дорога? Ну, тяжеловато, тяжеловато, ну. На родине всегда хорошо. Под горку хорошо шлось? Да, да. Идем дальше. Пауза. Такие немножечко будут у нас съемки в замедленном виде. Первомайска так смотрится. Почему-то очень мало фонарей горит. Такое ощущение, как будто там никто не живет. Или свет выключили. Вот пока мы шли, уже стемнело. Да, Коля, смотри, у нас почти в каждом окне свет горит. А здесь такое ощущение, как будто люди не живут. Гуляют просто все вечером. По вечерам все гуляют, Коля сделал выводы. Это мы уже на горе в Первомайске.
Сейчас, если там где-то горят фонари, покажу. Да. На Первомайске, походу, очень темно. Такая, проходим мимо девятиэтажки, но ее вообще не видно. Идем дальше, может где-то будет свет. А вот с этой стороны видно, что это девятиэтажка. Местная Эльдорадо. Поликлиника, которую не видно. Ну, короче, это свет, понятно, где горит. Идем дальше. Мы подкрадаемся к подъезду нашей бабули. 5 часов вечера, на улице темно. А? Туда что-то сверху. Угу. Дверь открой. Правое побережье. Офигеть. Да? Что вы меня пугаете? Мы только собрались тихаря пожрать. Здрасте. Левое побережье приехало. А вы что, с ночевкой? Нет, мы приехали на пару часиков. Чайку попить. Давай. Доставай профитроли. А что вы решили? Только предупредили. А что, вот так вот раз и... Нет, слышишь, мы только нагрели первую тарелку. Ой, борща в микроволновку. Ну, заходи в микроволновку. Смотри, посмотри, как они нас встречают. А что? Так достань профитроли вот здесь. Ладно, я поцелую. А я, знаешь, сижу такая, думаю, какая я плохая. Сейчас Витьку позвоню, Оле позвоню. Достань профитроли. Там сижу и думаю так, знаешь. Раз. Профитроли. Оля, как классно у тебя этот суд. Вообще классно. Да? Вообще такой цвет, Оля. Вот мне нравится такой цвет. Мне нравится розовый. Мама говорит, мне розовый. А для чего тебе профитроли-то? Кушать. Кушать, мам, доставай весь пакетик. Это профитроли, это мясо? Тут доставай? Нет. Это мясо? Это ты ж микроволновку Аня тебе подарила, а мы сыр тебе до микроволновки. Ой. И попкорн. Все, заберу, что тут. Нет, не салфетки. Что такое, действительно, потратилось? Покажи, какие профитроли. Офигеть. Да. И кусочек сыра, и будем сейчас пробовать микроволновку. Мы уже ее испытали. Сейчас испытаем еще раз. Три секунды назад мы испытали. Первый пошел. Я боялась ее включить. Нет, серьезно, ты по делу или что? Нет, пошли микроволновку смотреть. А, ну пошли, пошли. А мы сидим так скромненько, мячим. Они тут скромненько борщ едят. Да, борщик отбивные у нас. Вот, раз, установили микроволновочку. Все так, смотри, как здесь это. Все прям так встало, как, ну, в смысле, вот. Без всяких лишних проводок. Прикольно. Да, я ее засниму. Samsung. А на сколько там идет ватт или как там? 23 литра. 800 ватт максимум. Как у нас. Ага. Все то же самое. А как минуты выставлять? Это ватты, а это минуты. А это механическое, да? Да, да, да. И открывается механическое. А все же электронное сразу дороже на 1000. Раз. Ага. Все, и закрыла. А крышку брали? Крышки заказали. Нет. Я заказала. Заказали. Она недорого стоит, но в наличии их нету. Ясно. Ну, мам, тогда надо чайник ставить. Конечно. Надо. Вот, мама, нет, мама уже включай чайник, мама. Сейчас, надо добавить водички сюда, да? Да садитесь, Оль, садитесь. Садись, да, вот отсюда воду давай. Я не тебе борщ будешь? Не. Ты борщ хочешь? Слюни потекли у белого. Садись, Калюнь. Сейчас. Просто тарелка для микроволновки. Проблема в чем? Проблема, что тарелка для микроволновки одна. Вот, поэтому вот. Видишь, а потом перелили. А кто? Коля сидел, видео смотрел. Я говорю, так, мы не были на правой стороне. Сережа, я говорю, отвези нас до Кучерган, пожалуйста. Ну, вы даете. Так и Сережа уже зашел. А Сережа нельзя. Диму нет документов. Мы же за границей. Просто такая дорога. Короче, я только что шла, спросила, пустят ли тебя через границу. Она говорит, женщин пускают без проблем вообще. Нигде регистрироваться не надо. Спросила за Колю. Сказали, 56 лет, никто его трогать вообще его не будет. Хорошо. А без проблем. А за Витька ты не спросила? За Витька? 14 лет в моем присутствии. Объясняю, почему. Объясняю, почему я спрашиваю за Витька. Вот в Одессу далеко ехать, дорого. А здесь Тирасполь, и каток в Тирасполе есть, и кинотеатры есть. Мы все-таки ближе, и дорога лучше, согласись. Ну, да. Они же не Сони сели. Нет, с Витьком, пожалуйста, 14 лет, но только ему 12. Ну что, 2 года пролетит как один день. Ну да. Так, Аня, грязь. Не высоко вам для тебя? Ну, как бы,
Нужно просто вот мутой поставить туда. Все, на 3 минуты ставим. Мы... 3 минуты? На 3 минуты, да. Мы что-то так решили, что так лучше. А что такое? Прогревается получше. Ну, суп, да, суп дольше. Да. Потому что я 2 раза ставила, она холодная. Она, ты знаешь, может быть, в плоской тарелке будет быстрее. Я под что в этой поставила. В середине не греет микроволновка. Я сейчас еще это... У меня видео одно. Никак ты себе его не сбросишь. У меня видео одно осталось. Смотрю, Витя его не скинул. С Димой. С Димой. Хорошее видео. Да? Да. Надо посмотреть. Потому что раз оно у меня, значит, оно не у тебя. А у меня есть флешка с собой. У мамы, да? Через ноутбук можно скинуть. А у тебя место для флешки есть? Саша, посмотрим. Посмотрим. Нет, так ничего страшного, я тебе потом ссылочку сдам, и ты его заберешь, это видео себе. Оно хорошее. Мы там только когда и купили этих солдатиков, сразу мы расставляли. Не тогда, когда ты с нами, а когда ты уже там считала. Так что. Ну все, тогда я. Коль, ты что, проголодался? Уже сади. Ну, конечно, проголодался. Ну давай я уже эти 2 ложки съем. Он сиди, мужчина, сиди, 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 Коля. Я сейчас 2 ложки съем. Тебя не там доесть. Ладно, короче, такое вот маленькое видео. Поход. Секретный поход в Первомайск. Ты вообще ломанулась. Вы испугались? Так, я вообще в шоке. Я испугалась, и двери. Кто открывает мою квартиру? Не, я так и подумала, что ты без разрешения. Я прям по твоему кошачьему. А, не еще так спокойно. Кто там? А я испугалась. А я прямо жду, когда она скажет, это я. Я вообще что-то, да. Вообще даже. Да, ведь кажется. За 15 минут доехали. Так, все, я выключаюсь. Выключаю.